Рада вас поздравить любой день. Вот. Ну, я много работ, где работала. Ну, такого начальника, как вы, я встречаю первый раз. Настолько плохой? Нет, наоборот. Вами можно восхищаться весь день, весь год, весь месяц. В общем, всю жизнь. Да, целую вечность. Любите в краску гонять просто. Не знаю, место себе не похоже. Я не в краску гоняю, я говорю то, что мы думаем об вас. Весь коллектив согласен со мной. Да. Вот. Вы начальник, как говорится, от Бога. Вы можете организовать, не можете организовывать хорошо работу. Вы относитесь к сотрудникам с большим пониманием. И мы думаем, вот вы к нам не заходите, вы ничего не знаете, а вы обо всех все знаете, все примечаете. Это, наверное, хорошее, потому что вы меня не видите, наверное. Самый лучший начальник, который где-то там далеко. Нет, думаю, вы скучаете. Я переживаю, когда вас долго. Да, и когда вас долго нет, мы думаем, значит, вам что-то не нравится в нашей работе, вы не заходите, не хотите себя расстраивать. А все почему? Потому что я вам доверяю. Я каждому из вас доверяю, и поэтому я знаю, что здесь, как за каменной стеной, вот, все будет хорошо. Но поэтому мы стараемся, да. Мы думаем, как бы вас не подвести, наоборот, стремимся, чтобы качественная продукция выходила. Вот. И переживаем, когда у нас нет, мало раскроет там или что-то. Ткани не приводят. Это, думаем, как же мы. Это к закройщику вопрос. Я не хотела никого поставить. С 23-м, не с днем легкой промышленности. Я поздравляю начальника. Кому не нравится, можете поздравить. Вот, Алексей Алексеевич, желаю вам хорошего вашей семье. Вообще в вашей личной жизни и в работе. Спасибо. Я прям вот чувствую, вот вы мои желания всегда угадываете, что ты здесь так. Ну, это благодаря вашей второй половинке. Ну что вы сдаете, а? Я сказала, что за мной в разрезку нельзя ходить. Откровенный человек. Все, что думаю, то и говорю. Все правильно. Мы же хотим угадать вам с подарком, а не подарить вам что-то ненужное. Большое вам спасибо. Большое спасибо за внимание. Вот подарком особенно рад, но всегда я, конечно, радуюсь больше вашему вниманию, что помните. Вот, и такие теплые слова очень приятно слышать. Любовь неделю готовится. Это она соскучилась. Извините, я целый год готовлюсь. С праздником. С праздником вас.